Здравствуйте! Сегодня среда, 20 января 2021 года, и мы продолжаем отслеживать перелеты из аэропорта Бен-Гурион, Израиль. На сегодня запланированы перелеты. Париж, Франция. Стамбул, Турция. Нью-Йорк, второй аэропорт Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки. Вена, Австрия. Киев, Украина. Рамон, Эйлат. Два перелета в Нью-Йорк. Один в аэропорт Нью-Йорка, один в аэропорт Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Аддис-Абаба, Эфиопия. Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Стамбул, Турция. Франкфурт, Германия. Киев, Украина. Стамбул, Турция. Москва, Россия. Рамон, Эйлат. Москва, Россия. Лондон, Англия. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, Париж, Франция и Киев, Украина. Всего на ближайшие сутки запланированы 29 перелетов. Спасибо за внимание и до встречи на моем канале.